Многофункциональный молодежный центр открыли в Свердловске Луганской Народной Республики. Его обустройство – дело рук красноярских строителей, проектировщиков и дизайнеров. Это один из результатов соглашения между территориями о сотрудничестве в реализации совместных проектов в разных сферах. Наши специалисты отремонтировали фасад здания, заменили коммуникации, провели отделку внутренних помещений. В центре есть мастерские, творческие студии, помещения патриотического движения «Юнармия». Здесь могут одновременно заниматься около 100 человек. Молодежный центр оснащен современным звуковым оборудованием. Уверен, что молодежный центр станет точкой притяжения для творческой активной молодежи, где будут зарождаться, реализовываться новые идеи и проекты. В Свердловске также полностью обновили кинозал в городском доме культуры, установили там новую аппаратуру и удобные кресла. А еще центральная городская библиотека в Свердловске теперь носит имя Виктора Астафьева. Ее также модернизировали красноярские специалисты. Вот посмотрите, пожалуйста, Астафьев Виктор Петрович, всемирно известный писатель, родом из маленького сибирского села. Имя теперь наша библиотека будет носить имя Виктора Петровича Астафьева. Прекрасная библиотека, прекрасная атмосфера, прекрасные глаза Виктора Петровича Астафьева, которые встречают наших читателей, наших гостей.